15 по 17 ноября в Казанском федеральном университете на базе Института международных отношений и истории востоковедения проходит международный исторический форум «Молодые ученые в реализации идей. История для всех». Форум возник у нас еще летом, когда мы проводили первый съезд учителей истории и обществознания. Ну и было принято решение о не проведении каких-то разовых акций, а проведении именно большой масштабной работы по развитию педагогического образования, исторического и педагогического образования в нашей республике. Вот в связи с этим, собственно, и родилась идея проведения в стенах Казанского университета и конкретно в стенах Института международных отношений истории и востоковедения данного форума. Основные участники форума – это студенты и молодые ученые, которым не безразлична история, которая преподается в учебных заведениях. Самое важное – это дать молодежи правильное историческое образование, решить ряд важных вопросов, которые так остро стоят на повестке дня. Наша задача как раз идея «История для всех» – то, чтобы молодежь смогла выработать вот свой язык, которым она сможет донести и адекватно изложить, скажем так, основную идею, основную концепцию, для чего необходимо изучать историю всем категориям граждан наших. Да? Форум приурочен к году Николая Ивановича Лобачевского в КФУ и станет дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития истории и исторического образования в России и за рубежом. В свете реализации идей «История для всех». Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.